В ночь на четверг плюс 13, днем плюс 22. Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. Ее провели звукорежиссер Наталья Королева и ведущая Анна Бабаева. Спасибо за внимание. До завтра. Московское время 14 часов. Радио России. Время. Информационная программа «Вести». В студии Ирина Хоточкина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Шеварнадзе. Во Внуково совершил внештатную посадку еще один самолет, и в Испании госпитализированы 4 участника традиционного забега быков. Теперь об этих и других темах подробнее. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также всему грузинскому народу в связи с...